Приветствую всех любителей натуральных камней. Сегодня на нашем канале я, Людмила, и мой сын Дмитрий. И сегодня мы покажем вам нашу коллекцию полностью. Следующий год тигра. Вот у нас там тигрюшка спрятался. Самые первые камни у нас — это вот аметист. Потом флюорит. У нас два камня флюорита разновидности. Один темно-зеленый такой, другой более фиолетовый. Затем у нас целестин. Дальше идет у нас тут на ониксе. Подставочка из оникса. Оникс. Селенит тоже на подставочке из оникса. Шар из аммонита на подставке из оникса. Лабрадор. Сейчас глазочек, может, попробую. Не хочет показываться. Жадеид такой большой. Дымчатый кварц. Его еще называют ювелиры. Раухтопас. Горный хрусталь, песочная яшма, аквамарин, опал, фисташковый, яйцо, нефрит, яйцо из нефрита, кианит, спектроперит. Тут дерево из сердолика на подставочке из змеевика. Турмалин, агат, также у нас арагонит, хризоколла. Конус змеевика, дерево из аметиста на подставочке из змеевика, хризопал такой вот, тоже как фисташковый, сердолик. Апофилит. Это игольчатый малахит, красавчик. Очень мне нравится. Цитрин. Яйцо из садолита. Красавец огромный у нас тут цуизит. Рубин в цуизите. Или наоборот, цуизит в рубине. Как хотите, можно. Тут красненький — это рубин. Там еще черненький, как шпинель, получается. Вот такая вот у нас коллекция сложилась. Довольно-таки приличная. Феечку нам подарили. Загадывайте желание, и желание исполнится. Я подержу вот так немножко, чтобы все успели загадать желание. И они обязательно в следующем году сбудутся. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Пусть хорошее случается, пусть приходят чудеса, и мечты все исполняются. С Новым годом вас всех, друзья! Отличного настроения, счастья, удачи. Всем пока-пока.